Ребята, всем привет! И вы попали на мой канал. И в этом видео у меня будет распаковочка бумажных сюрпризов. И у меня есть для вас две новиночки. Эти новиночки не от меня, а от девочки Софии. Кто не смотрел прошлое видео с распаковочкой письма, то обязательно переходите на мое прошлое видео. Итак, первая коллекция — это наснака точки. Здесь 6 пакетиков. Вот такой вот пакетик. Вот такой. Вот такой. Вот такой и два вот таких вот пакетика. Вот такая вот у нас коллекция. И еще одна коллекция — вопросы. Мне София говорила, что здесь 6 пакетиков, но у меня здесь почему-то 5. Я что-то везде поискала, и в блокноте, и вообще вот везде поискала, где можно было. Нигде не нашла еще один пакетик, поэтому я не знаю, где 6-й пакетик. Возможно, здесь как-то склеился он. Я не знаю, здесь только 5 пакетиков. Вот, ну все остальные коллекции вам знакомы. Давайте выбирать пакетики. Итак, первая коллекция у нас Новый год. Вот, 2 пакетика осталось в следующей распаковочке. Мы закончим эту коллекцию. Берем вот такой вот пакетик. Следующая коллекция — это у нас Гарри Поттер. Вот такая вот коллекция. Вот такие вот у нас здесь пакетики есть. Берем, как обычно, последний пакетик, потому что последние самые некрасивые. Но сейчас остались красивые пакетики, поэтому как-то так. Коллекция Ирви. Здесь у меня вообще все вперемешку. Здесь 4 пакетика. Я даже не знаю, какой вообще взять. Но давайте это будет вот такой вот пакетик. Так, коллекция тикеры и токеры мы сегодня заканчиваем в этом видео. Это у нас коллекция монстрик, тоже заканчиваем. Вот, следующая коллекция у нас новиночка от Софии. На каточке. Я даже не знаю, как взять, потому что здесь все прикольные. Ну, примерно давайте это будет со смайликом. Вот, очень красивый пакетик. И коллекция вопросов. Вот здесь уже прям, я не знаю, как взять пакетик. Так, какой здесь можно взять? Ну, к примеру, это будет вот такой вот фиолетовый. Кстати, ребята, перед началом распаковочки я вам хочу показать одну свою подделочку из воздушного пластилина. Это, короче, вот такая вот Тики, Квами и Леди Баг. Вот я ее сделала из воздушного пластилина. Это, если что, у нас леска черная для бисера. Вот, я сделала усики. Вот такая вот Тики из воздушного пластилина. Мне она очень-очень сильно нравится. Напишите в комментариях, как она вам, нравится или нет. Короче, оцените эту Тики от 1 до 10. Она мне очень там нравится. Я ей прям 100 из 10 поставлю. Вот, я не знаю, может, она сейчас будет с нами в распаковочке сидеть. Вот, так, дальше мы же собираем эти пакетики. Итак, вот наш каталожик. Пусть он у нас здесь побудет хотя бы чуть-чуть. Вот. Итак, коллекция тикеры и токеры. Получается, мы тикеры уже закончили. Так, извиняюсь, мы ее тебе сейчас соберем, потому что ты нам только мешаешь. Вот, поэтому посидишь у меня вот там куда-нибудь в уголочке. Вот, что он здесь делать надо? Вот, короче, мы здесь такие вот коллекции собрали, здесь остались только токеры. Вот такой вот у нас пакетик остался. Нам попадается последний стикер, и он под названием Краш. Вот. Вот так вот у нас получилось. Вот такая вот у нас коллекция. Напишите в комментариях, как вам коллекция тикеры и токеры. Так, монстрик. Тоже очень крутая коллекция. Мы ее сегодня закончим. Вот сюда вот у нас получается. Вот такой вот у нас пакетик. Итак, это очень, кстати, классный такой пакетик. Мне он больше всего из всех нравился. Вот, открываем его. В
2, она попадается вот такой вот очень крутой монстрик, веселый. Вот, под номером 8. Так, вот так вот. Ребят, если вы слышите сейчас дрель на заднем плане, то это просто мои соседи. Они просто каждый день, чтобы вы понимали, дрелят каждый день. Просто весь день они дрелят. Вот, поэтому извиняюсь. Я не собираюсь за соседей не снимать свои видео. Поэтому только так. Итак, коллекция Новый год. Получается у нас в каком-то пакетике будет 2 стикера, я так понимаю. Так, первый стикер, значит, второй стикер у нас будет во втором пакетике. Потому что здесь, получается, у нас осталось 2 пакетика, но стикеров нужно собрать 3. Поэтому в последнем пакетике там будет 2 стикера. Вот такой вот у нас шарик, он у нас под номером 2. Так, я тут, короче, накосячила. Ладно, пусть так будет. Коллекция Гарри Поттер. У нас получается первую страничку мы уже закончили. Теперь у нас вторая страничка. Так, там получается один стикер и вот такой вот Гарри Поттер. Он у нас под номером 7, получается вот финал. Вот, как-то так. Коллекция Ирви. Вот такие у нас здесь 2 эстетичные странички. Итак, открываем пакетик. У нас получается попадается вот такой пакетик. И это у нас называется стикер «Можно мне?». То есть, типа, «Можно мне?». Вот, он у нас под номером 4, значит, вот сюда вот на первую страничку. Вот как-то так. Итак, следующая коллекция это у нас от подписчицы Софии, то есть от моей интернет-подруги. Вот, потому что я ей тоже уже письмо отправила, все, оно уже на почте лежит. Ну, типа, я ей отправила, вот, ей будет отправляться уже. Вот, вчера вот ходила, отправляла ей письмо. Вот, получается, будем клеить вот сюда вот, потому что я потом украшу, когда мы соберем всю коллекцию, я потом здесь как-нибудь украшу. Вот, давайте начнем с коллекции вопросов. Мне прям не терпится, там, знаете, что там вообще такое будет? Там вообще будут жесткие вопросы или нет? Если там будут жесткие вопросы, то я вообще не знаю, как я буду на них отвечать. Итак, вопросик получается где-то внизу, поэтому можно ножничками вот так вот аккуратненько открыть. Так, как мне это открыть? Объясните мне, пожалуйста. Вот, все, я открыла. Так, мне очень страшно сказать, ну ладно. Кем хочешь стать в будущем? О, здесь нормальные вопросы. Я думала, здесь будут прям жесткие вопросы. Я хочу стать художником либо дизайнером. Вы это уже все знаете. В связи с тем, что мой канал остался, значит, и так уже понятно, что я буду дизайнером либо художником. Итак, коллекция. Кстати, ребята, вопросы. Вопросы. Я же могу их сюда просто вот так вот клеить. Вот, сейчас я приклею вопросик. Вот, ребята, я вот так вот приклеила. Потом вот здесь вот наверху напишу вопросы от Софии. Итак, коллекция ноготочки, думаю, тоже одной странички хватит, потому что здесь немножечко просвечивает уже. Вот, там какой-то будет ноготочек у нас. Вау! Это вот такой вот ноготочек. Это что у нас? Принт коровки, да? Вот, сейчас мы будем клеить как-то вот так, потому что потом здесь тоже напишу название. Кстати, я Софии тоже отправила коллекцию. Вот. Как-то так, вот так будем собирать. Если у нас получается пакетиков, сколько у нас там пакетиков. Короче, я могу потом как-то здесь обрезать страничку вот так вот, чтобы здесь вот так вот шла вот такая сплошная линия. Ладно, потом я разберусь за кадром, как-нибудь что-нибудь придумаю. Так, вот у нас что, воздушный пластилин. Вот как-то так. Такая вот у нас сегодня распаковочка получилась. Вот наши любимые тики. Вот, я как я уже сказала, обязательно оцените тики.
в комментариях, вот как она вам вообще нравится, не нравится. Вот мне она очень понравилась. Вот, на следе Баки Тики. Класс. Итак, ребята, ну, эта распаковочка подошла к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Пока-пока.